Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Зовсім скоро в приміщенні Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна відбудеться відкриття обласної виставки сімейної творчості «Єдина родина». Про цю подію і не тільки сьогодні ми поговоримо з нашими гостями. В нашій студії Валентина Кривцова, керівник проєкту, керівник творчого об'єднання «Прибуща», і дуже гарна жінка. І Ніка Лотос, майстриня творчого об'єднання «Прибуща». Людина з золотими руками. Спасибо. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Валентино, розкажіть нашим глядачам, коли можна буде завітати, коли можна буде подивитись, коли відкриття і взагалі що можна буде побачити на виставці? Ну що ж, дорогі жителі міста Миколаєва, гості міста Миколаєва, ми приглашаємо вас 20 сентября в 12:00 на відкриття обласної виставки прекрасного проєкту «Єдина родина». Состоїться він в приміщенні обласного художественного музею імені Верещагіна. И 20 лучших творческих семей Николаевщины приглашают вас на свой семейный праздник, который, кстати, состоится как раз накануне Дня области. Я, наскільки розумію, цей проєкт вже живе, скажімо так, існує багато років. Да, у нас в этом году маленький юбилей, это 10 лет существования этого проекта. В 2007 году еще никто даже и не подозревал, что обычно выставка городских семей Николаева перерастет вот в такой областной проект. И сегодня, за 10 лет, мы уже можем подытожить результаты существования этого проекта. Это больше 100 творческих семей с разных уголков Николаевщины. Это больше 1500 работ самых разных направлений в творчестве – это и резьба, и вышивка, и валяние, и ткачество, живопись, графика. Это современные какие-то уже новые креативные виды творчества. Ну, сейчас модно такие названия, как фелтинг, ашибана, фьюзинг, карвинг. Все это за 10 лет прошло через руки организаторов этого проекта. И я хочу сказать, что какой бы гениальный ни был проект, но если нет слаженной хорошей команды, то любой самый креативный, самый новый проект уже обречен на, ну, скажем так, не существование, не реализацию. И поэтому, конечно же, хочется сказать, что за единою родиною, за этим областным проектом стоят и специалисты, действительно специалисты, фанаты своего дела, которые помогают в его организации, это областное управление культуры Димитров Михаил Федорович, это, конечно же, директор областного центра народного творчества Баштовая Наталья Анатольевна, которая всегда советом помогает нам, методистам областного центра, которая всегда не просто поможет, а скажет, а давайте сделаем лучше, всегда нас двигает вперед, и с такими людьми всегда очень интересно идти вперед, и интересно идти, двигаться, развиваться за этими людьми. И, конечно же, особое спасибо хочется сказать директору областного художественного музея Рослякову Сергею Николаевичу, потому что семья, творческая семья «Єдиної родини» прекрасно уже обжилась в стенах музея Верещагіна. И каждый раз нас рады видеть, нас гостеприимно принимают. И мы с каждым разом вновь и вновь с удовольствием возвращаемся в эти замечательные стены. Що змінилося за ці 10 років? Так само починали з 20 сімей, чи було менше, чи більше, можливо? Поначалу це були тільки городські сім'ї, їх завжди було 20. Потом как-то мы повторялись, вот семьи, которые уже были, мы их так и оставляли. Сегодня же выставка, которая вот сегодня уже готовится, мы добавили большое количество новых семей, которые еще не, может быть, даже нигде и не показывали свои работы, не презентовали свои мастер-классы.
И мы хотим вот удивить этими семьями, потому что, судя по тому, как сейчас формируется экспозиция, это действительно интересные работы и ничем не уступают работы техникой, качеством уже заслуженным семьям, таким как семья Хизниченко из Братского района, семья Ракитиных из Баштанки, с Арбузинки семья Совета Златовых, Заблоцкие, Витовский район, сегодня это Шевченковская громада уже. И я вот хочу представить Нику Лотос, которая впервые, она представляет семью Пелющенко, город Николаев, и впервые она со своим отцом будет представлять свою семью в этом проекте. Як давно ви взагалі захоплюєтесь творчістю і що буде на цьому проєкті? Ну, дело в том, что творчеством я занимаюсь недавно. Вот, и работы, которые будут представлены на этой выставке, они созданы как бы тоже недавно. Первая моя выставка, в которую я участвовала с Прибужьем, это было в марте «Майстри барвистої палітри». Вот, после этого моя работа, которая была представлена на этой выставке «Материнская любовь», стала эмблемою областного смотра «Материнская песня». Вот после этого Валентина Владимировна предложила мне поучаствовать в выставке «Единая родина». И я очень благодарна этому, потому что благодаря этому создались новые работы, которые можно будет увидеть на выставке в музее Верещагина. А что взагалі розпочалась ваша творчість? Перші роботи, можливо? Первая моя работа, одна из первых, скажем так, это лотосы. Вот. Ну и также здесь представлены в основном одни из первых работ тоже. Вот. Мне очень нравится цветок лотосы, поэтому у меня как бы такой творческий псевдоним Ника Лотос. Это символ просветления, возрождения. И я очень увлекалась йогой, и поэтому это нашло отражение в моих работах тоже. Вот. Цього разу ви будете брати участь уже не сама? Конечно, я как бы после выставки «Майстри барвистої палітри» и я проводила мастер-класс на материнской песне, я поняла, что я очень завишу от папы. Он делает мне заготовки, и также для того, чтобы воплощать еще более интересные работы, мне нужно было его привлекать как можно сильнее. Сейчас, например, он мне делает не только заготовки, но мы пытаемся освоить технику проволоки. На выставке «Единая родина» мы представляем там такой скворечник, и вот там вот мы это попробовали первый раз. Вот. Притом я считаю, что семейственность – это очень ценное качество в наше время. И поэтому мы с папой решили создать как бы такой творческий тандем. Так у нас родилась мастерская забавного декора «Мятный кот». Вот. И я очень рада, что как бы это нас сближает и делает нашу семью ближе, а также это наполняет мои работы еще больше какой-то энергетикой. Чего вы ожидаете от самого проекта, от самой выставки «Единая родина»? Ну, во-первых, это знакомство с творческими людьми, это новые какие-то идеи, это вдохновение. Вот. К тому же, мне интересно узнать оценку моих работ, потому что новые работы, которые представлены на выставке, их еще никто не видел, и мне как бы интересно. Каждая работа сейчас новая, это как бы маленький творческий эксперимент. Я еще ищу себя, нащупываю, пробую какие-то новые техники, новые идеи. Потом, конечно, в других выставках те самые удачные эксперименты можно будет продолжать. Пані Валентино, я так розумію, в кожного майстра, в кожної майстрині в своїй скарбничці було дуже багато робіт. Як ви відбирали найкращі роботи? Це дуже складно.
потому что, например, вот если мы берем семью Пелющенко, это, да, мы видим, это роспись, это вот какая-то декоративная живопись, да, вот все тут понятно. Но есть большие семьи, где каждый член семьи занимается своим видом творчества. И когда вот мы открываем этот сундук с этими сокровищами, конечно, тут возникает проблема, потому что никого ты не должен обидеть, всем ты должен уделить внимание. Каждый хочет как можно больше предоставить именно своих работ, поэтому, конечно, тут и не только мне, но и работникам музея, которые пытаются это все тоже расположить в выставочной экспозиции, тут, конечно, проблема. Но мы знаем уже семьи, мы знаем, на что можно делать удар, как бы где сильные стороны этой семьи. И, конечно же, мы стараемся взять за основу какой-то один вид творчества и показать эту семью как презентацию какого-то одного вида творчества. А все остальное вже йде вспомогательне. Пані Ніко, ви згодні з тим, що обрали саме для цієї виставки? Можливо, хотіли щось інше показати? Ну, якщо б було часу більше для підготовки, то я думаю, було б и больше интересных работ, потому что как бы все идет в процессе, и как бы работ, я думаю, будет еще больше. Чи запрошували ви когось уже на выставку? Естественно, это и знакомые, и родственники, все хотят посмотреть, всем интересно, потому что, я же говорила, работы как бы новые, их еще никто не видел. Дуже цікаво. Давайте так, ми працюємо у прямому ефірі, і я пропоную тоді нашим глядачам трошечки зараз відволіктися, на, скажімо так, подивитися фрагменти відео, для того, щоб, можливо, хтось захоче собі також взяти участь, але вже, я так розумію, наступного року. Да. Тож давайте подивимось.
Як ви бачите, палітра робіт дуже різнобарвна. Скільки взагалі буде цих робіт? Чи ви ще не рахували? Ну, ще в процесі, сім'ї підвозять роботи. Ну, ми очікуємо, що це буде около 400 експонатів, тобто від великих живописних полотен до якихось маленьких украшень, до писанкарства, тобто до таких мілких робіт. Наскільки я розумію, всі роботи вже завчасно завозять, а от із сьогоднішніх робіт пані Ніка якась буде представлена в музеї, чи вже тут немає таких? Да, это будет мистер Кот. Эта работа была закончена сегодня ночью. Вот на эту работу вдохновила меня украинка, которая участвовала в этом году в Венецианском биеннале. Она создала очень интересный арт-проект, где был такой лежащий сфинкс с экранами вместо глаз, и через эти экраны он транслировал свои эмоции. Вот. Также там был задействован аромат и музыка. Мне очень понравилась эта идея передавать эмоции. Мне захотелось тоже сделать какое-то очень доброе, улыбающееся существо, которое транслирует в мир свою любовь. И так получился этот кот. Вот мистер кот, или он будет мой ждун, встречатель. Из вашей семьи, из вашей родины еще кто-то займається якимось видом творчості? Ну, у нас сім'я не творчська, але у моєї мами був дуже хороший вкус, а у папи золоті руки. От тому у нас зараз із папою такий творчий тандем. Чим більше людина відвідує подібних заходів, зокрема виставок, концертів, тим більше вона збагачує свій внутрішній світ, чи не так? Да, действительно, потому что сейчас, как говорится, вот пора каких-то депрессий, вот каких-то переломных моментов очень много у людей в жизни. Поэтому я считаю, что действительно красота спасет мир. И особенно вот такие семейные выставки, когда можно не просто прийти о чем-то подумать о своем, а именно прийти всей семьей, прикоснуться к прекрасному. И может быть семья, которая придет к нам в гости на открытие нашей выставки, какая-то семья обретет новое, ну, увлечение. Может быть, именно ваша семья выберет новое хобби, которым будет заниматься. И именно уже в следующий раз именно ваши работы вместе с вашими детьми будут представлены в выставочной экспозиции «Єдиної родини». Тим паче, от осінь тільки розпочалась, впереди зима, холодно, потрібно сидіти вдома, щось робити. Есть время для творчества. І усі обласні заходи, усі виставки, конкурси завжди проводяться з якимись урочистостями, нагородженнями, з музичним супроводом, це вокальний, інструментальний, майстер-класи. В цьому році щось буде? Да. Мы хотим начать наше мероприятие, конечно же, с фоторяда. Ну, скажем так, вот отчет за 10 лет. Вспомнить, какие были семьи, познакомиться с семьями, которые сейчас активно работают, представить семьи, которые заслуженные в этом проекте, показать семьи новые, которые мы хотим, чтобы их увидели, открыть новые имена. Конечно же, обязательно показать творчество наших маленьких участников, потому что всегда у нас есть блок, где мы награждаем самых маленьких участников. Это детки с 5 до 15 лет, которые уже на уровне взрослых мастеров выставляются в таком прекрасном музее. И, конечно же, будет сопровождение музыкальное, как же без настроения, без позитива. Конечно же, будут работать мастер-классы, зрители смогут попробовать себя и в художественной лепке из пластилина. Ника Лотос будет представлять мастер-класс, вот как же сделать такие прекрасные работы, вот с такой детской тематикой. Это будет и валяние, это будет еще очень-очень много интересного. И самое главное, что вы не только сможете за этим понаблюдать, но и попробовать собственными руками изготовить, может быть, что-то свое.
У нас ще предостатньо часу, і мені дуже хотілося б, можливо, щоб ви привідкрили трошки завісу і розповіли про якусь, можливо, сім'ю, яка се проявила протягом цих 10 років. Можливо, хтось брав участь неодноразово і в цьому році спробував би себе, або просто яка сім'я запам'яталася вам найбільше. Ну, я хочу сказать, что обязательным есть вот в организации, в презентации, да, этого проекта «Едина родина». Это мы каждый раз отмечаем три лучших семьи, которые награждаются грамотами, ценными подарками от областного центра народного творчества, получают именную грамоту «Краща родина року». Вот в этом году также будут семьи, но не хотелось бы пока что, знаете, давайте интригу немножко, Лена, с вами создадим, но я обещаю, что в следующем эфире гостями вашей студии будет именно лучшая семья года. Вот. И что хочется еще сказать, что все семьи разнообразные, а кого-то сейчас отметить особенно, ну, прекрасная семья заслуженного мастера Украины Дымовой Валентины Борисовны, прекрасная семья Семененко русских из города Первомайска с замечательной вышивкой, прекрасная семья, которая занимается декоративной росписью, и юное поколение этой семьи уже занимается витражной росписью, это Бондаревых из Баштанского района. Хочется также акцентировать внимание на семье из города Николаева Помян-Гончаруки, которые на высоком уровне занимаются бисеропластикой и создают прекрасные композиции из писанок, прекрасные владеют иконописью. Очень много семей интересных, черкесовых, вронских, замечательные гобелены, замечательные ковроткачества они представляют. Очень много интересных семей. Но придите, пожалуйста, и посмотрите еще и новые семьи. Приглашаю вас обратить внимание на творчество семьи из города Николаева, Кришталь Яблоковых. Прекрасные гобелены из валяния, живопись замечательная. Замечательная семья Жученко, неимоверной красоты герданы из Новоодесского района. И что еще хочется сказать? Детское творчество. Детское творчество иногда удивляет своим масштабом, своими какими-то креативными идеями, вообще своим видением. Потому что дети – это вот сам позитив. А некоторые работы, вот как семья Чеплыгиных из Березанского района, ребенок просто удивил прекрасной графикой. Честно говоря, мы даже сначала думали, что это уже взрослый мастер как бы создал эти работы. Поэтому приходите, наслаждайтесь, уносите с собой позитив, уносите с собой приятные эмоции. Вот мы в этом вам поможем. А я думаю, вы нам поможете в том, что следующими участниками «Єдиної родини» станете именно вы. И все это будет на наступному тижні, так? Да. Мы вас ждем 20 сентября в 12:00. Музей, областной художественный музей имени Верещагина. Приходите, поддерживайте наших участников и наслаждайтесь творчеством. И еще совсем трошки часу залишилось. Взагалі, як довго готувались до цієї події? Ну, областной проект рассчитан на то, что выставки проходят раз в два года. За два года областным центром народного творчества проводится большая методическая работа, это выезды в районы, это поиск новых семей, это поиск чего-то такого, что, может быть, не видели, а может, действительно, традиционных видов творчества, которые сейчас возрождать нужно. Поэтому вот мы сейчас с 20-го открываем выставку, да, а с 21 сентября начинаем уже готовиться опять к «Єдиній родині». А скільки взагалі триватиме ця виставка? От якщо у людини, наприклад, ну, не буде можливості прийти 20-го і 21-го? Дві неділі ви можете приходити, наслаждатися творчеством, сімейним творчеством сім'ї Ніколаївщини. І я також наших глядачів закликаю, запрошую, щоб ви також долучалися, обов'язково знайшли час, обов'язково знайшли хоча б півгодинки, я думаю, кожен зможе знайти. Приходьте, перенайте в цю атмосферу творчості, сімейного тепла. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.